Значит, к тому, что известные люди высказывают свое личное мнение по поводу политики, по поводу каких-то других вещей, да чего бы то ни было. Я считаю, что мало того, что за это нельзя вообще никак человека прессинговать, это не значит, что человек ушел в политику, это не значит, что это как раз то, что я до этого говорил, это быть честным в первую очередь перед самим собой. Но у человека такое мнение, он имеет право его высказать, и никто в жизни не может ему запретить высказывать свое личное мнение. Это его мнение, он не собирается там быть президентом, он не собирается лезть в депутаты или куда-то еще. Просто он высказал свое мнение. А уж тем более за это его наказывать или что-то делать. Для меня это, мне кажется, это беспредел сильнейший. Вот и все. И я считаю, что чем больше таких людей будет, которые высказывают свое личное мнение, которое они считают и обосновывают его как-то, тут так должно быть, вот так, только так мы можем что-то исправить, так мы можем только сделать. А если мы будем все подстраиваться под какую-то общую гребенку и бояться что-то сказать свое и соглашаться с тем, что тебе не нравится, а просто молчать тупо, ну тогда я не знаю, куда мы придем.